что пламя отцом Господу шел, в уме его пламя горело костром. Томас ему имя так вымога, отец инквизитор, великий гостишвец. Огоды горят, словно пламя костра, он в ордене чтим, вся работа не зря. Но малоуму была в голове, монах стал отцом королеве из мне. Нашел ей супруга, тот тоже король, и стал их союз Испании и соль. Томас теперь важен сей знать и отец, инквизицию строит старым векам конец. Народ устрашает новый закон, богатство оставят из города вон. Уж лучше живыми бродягами слыть, чем на костре сожженными быть. На площади главной все люди стоят, в руках у них свечи очень ярко горят. Молитвой заполнился звон пустоты, а под конец службы идут пикники. Томас их сожжет и очистит огнем. Вся утона в ветер держалась на нем. Горят в огне книги и люди горят, бывают живые и трупы дымят. Так множество лет губили людей за ересь, доносы и глупость людей. Томас сам боялся отравленных быть.